Парение в бане или сауне – известная с древних времен процедура. Ее эффективность доказана научно. Эксперимент с участием 102 человек возрастом от 40 до 50 лет, которые не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, но имели факторы риска, высокий уровень давления, холестерина или лишний вес, показал. После посещения сауны у всех участников исследования заметно снижалось давление, повышалась эластичность сосудов, а пульс повышался до уровня, сравнимым с эффектом после умеренных физических нагрузок. После полезной процедуры некоторым становится плохо, а кто-то вообще вынужден срочно обратиться к врачу.